Ежедневно, поскольку работаю в отделении патологии переднего отрезка глаза. И к нам приходят пациенты ежедневно с воспалениями на фоне имеющегося и нелеченного синдрома сухого глаза. Это объяснить достаточно просто. Поскольку пациенту говоришь о том, что раньше у него не было покраснения глаза, не было дискомфорта, жжения, песка, ощущения инородного тела. Если оттянуть нижнее веко, и пациент может сам посмотреть в зеркало, он увидит, что конъюнктива у него стала красной, чего раньше не было. Поэтому, чтобы вернуть прежнее состояние, нужно провести курс противовоспалительной терапии с применением циклоспорина А, который переведет его состояние, например, из средней степени тяжести в легкую степень или вообще приведет к выздоровлению. И тогда ему не нужно будет тратить средства, и чувствовать себя он будет комфортно.